Здравствуйте, с вами интернет-магазин и установочный центр FrontCam. Сегодня на установке Lada X-Ray 2020 года выпуска. Установили мультимедийную систему и камеру заднего вида. Камера устанавливается на плафон подсветки освещения номерного знака. Камера здесь стоит с высоким разрешением. Подсветка номера остается, все сохраняется. Магнитолу установили с 9-дюймовым экраном в штатное место. Становится аккуратно, без зазоров. Кнопка аварийки оригинальная переносится в рамку. Также открытие-закрытие. Все работает. Садаптировали с коншиной, то есть кнопки на руле. Полностью все работают. Дополнительно вывели в бардачок 3 USB и слот под сим-карту для выхода в интернет. Магнитол идет с 3 гигабайтами оперативной памяти на 10-м андроиде. 8 ядер. Более подробно про магнитолу можно посмотреть в описании под видео. Из основных преимуществ стоит последняя версия прошивки, то есть меню выглядит компактно. В принципе, удобно пользоваться. Если кого-то не устраивает данное меню, то в настройках можно поменять другой вид экрана. Например, так. Кнопки сенсорные сейчас белым цветом светятся. В настройках можно выбрать любую цветовую гамму. Яркость кнопок также регулируется. Так, это камера заднего вида. Включается автоматически при переходе на заднюю передачу. В данной магнитоле есть функция разделения экрана. Например, на эту часть Яндекс, на эту YouTube. Работает все шустро. FrontCam. Взгляните. Голосовой поиск работает. Маршрут построен. По музыке эквалайзер расширенный идет. То есть звук лучше, чем в заводской магнитоле. Если у вас остались вопросы, обращайтесь, с удовольствием ответим. Удачи вам на дорогах.